Сегодня начинается чемпионат мира по футболу. К нему готовятся и курские спасатели. Сотрудники МЧС региона входят в состав спасательного эшелона. Он будет помогать коллегам в случае нештатной ситуации. При необходимости аэромобильная группировка будет направлена в Ростовскую область. Там пройдут 5 матчей Мундиаля. В состав спасательного спецназа входят 15 единиц техники и 100 человек личного состава. Пожарные, спасатели, специалисты в области гражданской обороны, инспекторы ГИМС и другие. Напомним, усиленные меры безопасности в стране действуют до 25 июля. Мы проводили проверку готовности аэромобильной группировки к выполнению задач по предназначению. В целом весь комплекс мероприятий по их готовности выполнен, и наша аэромобильная группировка готова к реагированию и выполнению задач ликвидировать и аварии на техногенного характера, природного, биолого-социального характера. Специалисты у нас подготовлены.